Привет, народ! 26 августа выходит MMORPG Blade and Soul в Корее, и чем больше информации появляется по игре, тем больше опасений она у меня вызывает. Особенно поведение разработчиков. Но сначала о хорошем. Появился редактор персонажа, который мы с вами можем посмотреть и оценить. Естественно, как я и говорил в прошлом ролике, ссылочка на него будет в описании. С тем, что мы видели тогда, нет ничего общего. Тогда у нас был полноценный пререндер, то есть специально сделанная красивая графика. А здесь же у нас реальный геймплей прямо из игры. Итак, что видно по редактору персонажа? Во-первых, у нас будет 3 слота под персонажей. Еще 2 закрыты замочком, скорее всего они будут открываться либо по уровню, либо покупаться за донат за специальные купоны, как это было в Blade & Soul Revolution, например. Для ленивых, кто не захочет заморачиваться с редактором персонажа, здесь есть 10 готовых пресетов. Выбираете лицо с прической и готово. Но игра позволяет настроить персонажа под себя и сделать это максимально эффективно, потому что редактор здесь богатый. Редактор напоминает мне редактор персонажа из Black Desert, например, или других подобных проектов. Он позволяет вам редактировать глаза, нос, лицо, уши, рот, прическу, цвет волос, разный размер лица, все-все-все настраивается достаточно тонко. Также можно редактировать объем тела, вес, рост и размер грудей. Стиль у игры, конечно же, своеобразный. На мой взгляд, персонажи смотрятся как пластиковые фигурки. Просто бери и ставь на полку. Это неплохо, и возможно, это снизит нагрузку на ваши телефоны, потому что в замесах, чем меньше полигонов на персонаже, тем меньше у вас все это будет лагать и быстрее обрабатываться. С редактором все понятно, но вот поведение разработчиков вызывает у меня опасения. Сначала BNS 2 должна была выйти в начале лета. Но потом перенесли дату выхода еще на месяц, а потом отменили вообще, перенеся выход BNS 2 на неопределенный срок. И вот, совсем неожиданно, недавно мы узнали, что в августе стартует предрегистрация, а уже в конце августа произойдет выход игры. Почему так сделано, непонятно, но посмотрев недавний стрим, где разработчики пригласили популярных корейских стримеров, у меня закрадываются подозрения, что у них еще мало что готово. На стриме, когда они закончили создание персонажа, они зашли на него и запустился пролог, то есть вступление, где нам показывают начальную заставку, показывают нашего созданного персонажа, и потом постепенно мы должны перейти в управление персонажем и в интерфейс игры. Пролог шикарный, мы летим вместе с нашим союзником, все красиво, все здорово, все графонисто. Приземляются наши персонажи на землю, и разработчики начинают орать, мол, выключите это, не надо это показывать, срочно все закройте. Трансляция блокируется, и нам показывают обычную фоновую заставку. Тут два варианта, либо разработчики просто хайпят и подогревают ажиотаж, либо они реально не хотят показывать интерфейс игры, потому что с ним что-то не так. Да и сам игровой процесс, может быть, у них тоже еще не готов. Хотя до старта игры осталось совсем ничего, и уже по идее игра должна быть полностью готова. Но мы до сих пор не видели реальный геймплей, какие-то реальные тесты, и не понимаем, чего вообще ждать от игры. Помните Один Вальхалла Райзинг? Там тоже до релиза игры вообще ничего не показывали, ни геймплей, ни скриншоты, ничего. Потом, конечно, за 2 дня до релиза слили некоторые скриншоты, и увидев их, игроки взбунтовались, мол, как так, мы ждали совсем не это. В итоге, конечно, это не помешало Одину стать самой популярной игрой в Корее, но осадочек остался. Возможно, у BNS 2 тоже есть какие-то проблемы. Но будем верить в лучшее и надеяться, что мы получим действительно качественный проект. На стриме были также показаны костюмы персонажей, и костюмов очень много. Я думаю, что большая часть из них будет закрыта с самого старта, а здесь нам их просто показывают. Костюмы классные, но некоторые смотрятся довольно аляписто, как какое-то нагромождение пластиковых частей. В общем, до релиза игры осталось совсем недолго, я не буду верить обещаниям разработчиков, просто дождемся и сами посмотрим. Пишите в комментариях, что думаете об игре, а также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и бахать в колокол. С вами был Террион, всем пока!